Вот так вот. Олег получает Фусти фол в нападении. Я очень сильно этому удивился. Вот так, быстрая атака. Замечательно. Быстрое нападение. И, пожалуйста, вам отгрузил сейчас Попов Юрий из-под кольца. И снова перехват. Снова Попов с мячом. Тащит до конца. И вторые. Мяч. Владение за Рокетс в любом случае. На периметр мяч возвращается. Очень неплохо. Сейчас все раскидали. Нужно забивать уже сколько можно. 3 секунды. Кузин. Пошел Дима в 3-секундную. Опять Крапивин один в углу. Опять никто даже руки не поднимает. Наказывает за это ебать подвигать. Сейчас Хьюстон. Неплохое движение под мяч. Но пора бы уже попробовать. Флоутер от Фусти. Ну и смотрим. Лужбин. Что придумает Егор? 1-3. Да, поливать. Алик Крапивин. Пойдет проход. Нет, решает вернуть Попову на периметр. 1,5 метра до тройки, но это не смущает. Ряриш продолжает там собирать. Кузин не забивает с прохода. Крапивин там за 2 спин до мяча добрался. Попов опять мега дальняя треха. Еще 16-4, друзья. 16-4. Хьюстон начало проваливает. Дьяконов. Хорошо Фустия находит. Но здесь, да, тут защита улыбается. Говорит, ну да, бывает. Снова находит именно Евгений на дуге. И тут сходу треху, три. Команда, которая если разбросается, если у них с дуги будут попадать все, то остановить ее крайне сложно. Еще и перехват от Попова убегает. На вход решили сыграть. Дьяконов, в принципе, ждал передачу. Он там не отходил далеко от Дмитрия. В итоге прерывает на шестку. Здорово заходит. Решает спустить с дальней мега-дистанции попробовать. Не попадает Олег. И нужно возвращаться. Ответочка от Айриша. Свои свободные даже броски Хьюстон. И это проблема большая. Хьюстон у нас проблемы. Вот сейчас эта фраза как никогда подходит. Лужбин здорово проходит. Но ушел как колобок в сказке. Да простят меня за такое сравнение. Ну вот, вроде опять свободно забивает. Наконец-таки сейчас. На 2 флоутер такой набросил, не попал. И Фусти разгоняет нападение. Здорово, здорово. Сейчас быстрая атака от Хьюстона. Ютру мяч Аришу. Сейчас Лужбин простил. Но по факту, конечно, нельзя. Нельзя давать Аришу такое пространство. Снова отличная передача на Юрченко. Отыгрывать, может, Мартынов, не знаю. Посмотрим. В общем, Крапивин. Очень здорово. Сейчас все раскидали. Из-под кольца Александр обострять начал в лицевую. В итоге фолы там кто-то получает. И прилетает трех. Время от времени из-за дуги попадать. А то в третьей четверти мы можем увидеть уже очень близко. Юрченко и Игнатов. В итоге потеря. Попов из угла 3 через руку отправляет. А фолы, я думаю, что нужно сосредоточиться ему на игре. Игнатов забивает средний. Отлично. Ну, Хьюстон гораздо. Одна попытка точно есть. Еще и перехват сейчас в защите. Снова Фусти уходит. Без проблем. И, пожалуйста, вам. Попов. Очередная мега дальняя 3. В этот раз не попадает Юрий. И Фусти снова на дриблинге, снова от кольца до кольца. Здорово разбирается. Персональная. Это неприятности. Неприятности для Ариша продолжаются. Смугаль со средней забил. Блять, Юрченко не проигрывает ему на ногах. Полностью успевает и отбивается. В итоге у нас Хьюстон. Дьяконов пошел в проход. Ой-ой-ой, с фолом забивает. Меньше 10 сделать не получилось. Ну и Бэтмен в работе находит Попова. Пошел тут проход. И здорово. Очень моментов, но тем не менее продолжает контролировать, пока лидировать в этом матче. И от Фустия трешечка прилетает. Не попадал. Опять-таки разница-то у нас меньше 10. Становится 9 очков. Моргунов будет пробовать. Свободная треха от Моргунова прилетает. Да. Ну. И Олег будет пробивать. Попов возвращается на площадку.
спускается на площадку у Ариша. Забивает, отыгрывает 20 очков в первой четверти. В эту игру вернулся. Остается разница всего лишь 4. Ариш, ну, мягко сказать, неудачно проводит. Здесь для своей команды организует. Выбивает сейчас у Фустия на дриблинге мяч. Побежали. Ну, это может Ариш сделать. Здорово, быстрое нападение. Хьюстон по привычке по своей начал очень плохо. Проигрывал двадцатку, был момент. Но вот сейчас, друзья мои, наблюдаем мы всего лишь... Хотела сказать, пусть и здорово уходит, хорош передач, Дьяконову пора бы попробовать. Попробовал, не забил, Смоголь под кольцом на двоих. Продолжает у нас, к сожалению, Сиренов мазать. Ситуация, когда по-хорошему бы нужно бы забить. Ой-ой-ой-ой-ой, Мартынов. Кузин отличную передачу отдал, в итоге из-под кольца. Два очка от Ариша. Пусть и... Ну, Олег прям разошелся, раз не получить фаулов, но тем не менее, не почувствовал его присутствие рядом Олег. Лужбин, трешечка, полетела, точно, с дуги самой опасной командой. Могут они забрасывать соперника, но вот снова будет ему помогать тут заслоном. Пошел Дима в проход, Кузя не дошел, но... Здорово, опять здорово ему помогает, разговаривает с судьей коуч, ну а тем временем Моргунов, Дьяконов, снова один на трехе, пора бы и Хьюстоном, пусть и давненько мячом его не было видно, Мартынов из угла треха отправляется по адресу, а пустись, точно уж не стоит. Глазунов ошибается, но долго сидел, решил тут с Фустием обратную передачу сыграть. А тем временем Куси над... И такой маленький рывочек, да, очень активно сейчас на скамейке свою команду Сиренов поддерживает. И отвечает Куси Аришу, если они хотят в этом матче цепляться и выигрывать. Куси, очень своевременная скидка. И, пожалуйста, Смоголь произошел, но ненадолго. Подбор сейчас после промаха Ариша очередной. Смоголь забирает. И вторая трех подряд, если зайдет, вот так вот, просто. И цифры Хьюстон именно в четверти третий показывает. Еще и перехват здесь. Глазов убегает. И, пожалуйста, вам очков, ну, на 10 плюс очков от соперника. Да, друзья. Ну, отвечает сейчас и Ариш. Ну, снова в угол. Находит Фустия одного напротив кольца, заряжает он, ну, не совсем один, Попов там рядышком присутствовал, и еще и быстрый отрыв удается, отпадает 36 номер, к сожалению, для Хьюстона в этом владении. Кузин, треха, залетает, подпортили сейчас свой процент Хьюстон Рокетс под концовку этой четверти, все начали пытаться бросать. А в итоге быстро не решает сейчас на средний, 36 номер. Но по периметру находит Фустия и отправляет он треху. Да, Фустия разбросался не на шутку. Дриблинги мяч доконтролировать с таким сопротивлением. На Смоголя снова передача, врывается. Вот любит это делать. Он, отличная остановка на две ноги. Четвертой четверти начинает он ее более радостно, нежели Ариш. Ну и вот Бэтмен, как, кому как не ему сейчас решили далеко уйти, Смоголь в проходе, в этот раз забить не удается, отскок вроде как тянулся, но нет, Лужбин здорово убегает, Ариш продает свое кольцо раз за разом. Хорошо, сейчас все сделали, отличная скидка абсолютно. Но владение за Аришем и забивает Лужбин, несмотря на то, что пусть сложно. Эмоции, тем более, что близкие все. Счет, Моргунов, здорово! За свой промах с дуги исправил. В итоге кому выписывают Юрченко? Я так понимаю, Анатолию. И Попов заряжает трех. Штрафной. Так, немножко не уверенно, но тем не менее в кольцо отправляется. И из 2-2.
Лужбин отработал в защите. 4 очка. По-прежнему 2 атаки в преимуществах Хьюстона, но это ненадолго. Лужбин со средней наказывает. Моргунов тоже залез, остановился в итоге на усах. Инфустия загружают. И Олег в проход. Достается ему по рукам. Первый раз не забит. Засчитано. Есть возможность еще и третий получить в актив. Третье очко. И, пожалуйста, вам. Очень своевременная ситуация для Хьюстона. Ну и здорово. Олег решает. Попов сразу вот так вот трёху. Уже не так принципиально. Все сейчас во многом, конечно, в руках у Григория. Моргунова забивает он на овертайм. Ну, сейчас посмотрим, что будет со второй попыткой. Нужно успокоиться и нужно забить. И тогда 4. Ариш. Забивает Путин первый. Но в любом случае... все шансы. Отлично. Не удержался. Яконов поторопился. Не нужна была эта треха абсолютно. Всего лишь 2 очка разницы. Можно было спокойно, чуть-чуть подержав мяч. А так...